Приветос, амигос. Печальная новость для всех, кто ждал видосов по Armored Warfare. Видос был записан, видос длинный, про советские танки, минут 40, но после того, как я залил его на YouTube и там посмотрел, пришлось его в срочном порядке удалить. Картинка плывет, пиксели сыпятся, короче, на экране просто, ну, примерно то же самое, что увидите сейчас вот в этом видео. И от меня это никаким образом не зависит, потому что до этого я писал видосы про Armored Warfare, даже BR на втором канале под эти игры записал, картинка там, ну, близка к идеальной, в общем-то, для этой игры. А теперь, вдруг ни с того ни с сего, записанная картинка начинает сыпаться, крошиться и происходить какая-то абсолютно... То есть выглядит она начинает абсолютно ужасно. Я не знаю, что случилось с игрой и откуда растут руки у этого разработчика, потому что я в своей конфигурации железа и настроек вообще ничего не менял. Ну, два дня прошло, та запись нормальная, эта запись вся посыпалась и покрашивалась. Я хрен его знает, короче, что с этим делать. Видимо, нужно менять видеокарту, так что какое-то время видосов по этой армате не будет. Либо они что-то ведут, какую-нибудь оптимизацию, что-то поправят, потому что, ну, просто, я не знаю, хренотень полнейшая. Видос тут, опять же, повторюсь, смотреть невозможно из-за того, что картинка просто каждую секунду расплывается. Поэтому будем ждать, видимо, какого-то патча, который, не знаю, порежет, может, траву какую-то. Попробовал, кстати, выключить в этой игре, отключить вертикальную синхронизацию, что обычно помогает при записи игр. Блять, колеса у танка фиолетовые стали, ёб твою мать, как они эту игру сделали, это причем считается именитый разработчик. Вот, пробовал записывать не бандикамом, а через Shadow Player в 60 FPS, там еще больше картинка рассыпалась. То есть, мне кажется, что из-за безумного количества какой-то динамической травы, да, ну или не знаю, как сказать, не динамической, короче, ну, до хрена травы, она вся еще и шевелится здесь постоянно. Видимо, видеокарта просто не может все это захватить. И после рендера в Вегасе, причем когда еще битрейт у видео приличный, да, там 20 тысяч, смотреть, в принципе, можно. Не так заметно, что что-то рассыпается. Но поскольку YouTube все сжимает до 4000, ну, не все, в смысле, битрейт видео, это превращается просто в абсолютно ужасное говнище. Ну, вы сами его все видите, так что... Вот, так что какое-то время придется срамать этой подождать, потому что, ну, я бы и рад делать видосы, но просто это невозможно теперь. Чисто технически, я не знаю, какая, с чьей стороны это борода из них, но, в общем, не знаю, короче. Если вы знаете какое-то решение, можете написать в комментариях. Так что вот такая борода.